Еще одна авария с участием пассажирского транспорта произошла в Белгородском районе. Сегодня в 11 часов утра на разворотном кольце при въезде в поселок Северный столкнулись автобус и «Жигули» 6 модели. Рейсовая пригородная маршрутка направлялась в Красную Яругу. В ней находились 28 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, виновник аварии – водитель «шестерки», который ехал с левой стороны автобуса и при повороте не уступил ему дорогу. Северный район сегодня отличился повышенной аварийностью. Неподалеку, в районе объездной ротонды Новосадовой, этой ночью произошло еще одно ДТП. В разворотное кольцо на скорости врезался грузовой автомобиль, снеся дорожный знак и отбойники островка безопасности, расположенного перед развязкой. Фура с молдавскими номерами. Водитель 64-го года рождения не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения.